Как там, как ты, Юра, говорил? Дети мои. Дети мои, не желаете ли грехи искупить? Сколько их тут? Сколько их тут? Залазь на машину, короче. Все. Все, стой тут, стой. Паркуй, Саня. Выйди, Санек, с машины, чтобы она это... Чтобы позалез на нее. Вот тут поставлю ее. Ой, блин. Так. Так хочется, что я через багажник выпрыгнул. Да, он открытый. Так. Давайте пониже встанем. Не, вот тут вы слезьте с нее. Не, давайте встанем просто как толпа, давайте толпу соберем. Молитесь меня. Да, собирай толпу. Леха, наверх. Лесик, наверх давай. Да Юра встанет. Бога нет! Лёха. Попустили. О, я подъезжаю к шахте. Вы на шахте, да? Да. Я вынужден забрать у вас право. У кого забирать право? У кого? Это что, богохульство, что ли? Кого права забрать? А вот у этого. А, блин, я думаю, у меня, я уже свалил. Иди, скажи это. Бог с вами, бог с вами, господа. О. Ёпта, в АФК уходил, Юра. В АФК, да. Бог с вами. Она взорвалась, нет? Да. Стой, меня дверью зашибило. Стой, огонь еще есть. О, богохульник. Огонь есть. Все, выходи. Стой, сгорит нахуй. Все нормально. Все в порядке. Там полуживой бомж бежит. Садитесь. На колени. Стой! Смотри, Артем, бомж, полуживой. Копает. А ты хотел ударить отца Лёсика? Гнида. Да. Богохульник. Блин, его нельзя ударить. Пошел отсюда. Молитесь. О, дьявол. Так, о. Сын мой. Нет. Ну шо? Ну шо? Юра, ты снимаешь? Да. Ну шо? Пукайся. В смысле? Что он делает? Я тут что-то ответил даже. Йоль! Отче наш. Ух ты, аналитика. Отче, что там с нами?